Что, мои золотые? Давайте спать, миленькие. Помощники, шейх, шейх, шейх. Я тебе трусы одену. Трусы оденем шейху, да? Спать пора. Хватит беситься, мои солнышки, а. Вы так хорошо лежали, я к вам подхожу. Внимания им сейчас вообще не хватает от меня. Да, внимания не хватает. Обижаются они на меня. Скажет, ходит на второй этаж, что-то делает там с Клёпкой, к нам не подходит. Да колесенький, как сейчас Клёпка выздоровеет, как будет с вами бегать и носиться. Вас умаривать так к вечеру будет, что вам вообще не до меня будет, а? Наша маленькая Клёпушка за Клёпушка, да? Бегусь, ты зеваешь уже, да? Зеваешь, зеваешь, девчонка. Маленькая девочка такая хорошая, а? Ой, ой, милота. Разбесились. Конечно, пока меня нет, вы тут выспитесь, да? И потом все, спать не хотите? Ляля говорит, не, я хочу. И малыши, карандаши спят. Спят маленькие комочки. Так, а где у нас третий? Третий малышок, карандашок. Вот он, вот он. Ой, тетка прибежала. Тетка говорит, ой, мое богатство. Надо намыть их, начистить. Феюшка, ты с таким остервенением их чистишь, ты им аж попки подкидываешь. Вон, Лягуська прогоняет. Говорит, все, уходи. Пойду убираться. Говорит, я не пойду, ты что? Их на ночь намыть надо. Начистить. А Ляля спряталась. Лялюшка, ты кобылячка маленькая, спряталась там. Не пойдешь никуда? Ты скажи, я же родственница, на правах родственницы. Ой, ой. Вы посмотрите, какая нежность. Нежность. Титю будешь искать, молоко искать. А у фейки нет, да, молока? Скажи, вот чего нет? Любовь есть, ласка есть, забота есть. А молочка нет. Да, колесенькая. Ой, ой, обнимашки, целовашки. Ну, мы всем желаем спокойной ночки, хороших снов, здоровья крепкого. Да? Да, колесенькая, здоровья всем крепкого обязательно желаем, чтобы все были здоровенькие. И это в наше время самое-самое главное. Ну все, феюшка, хватит, 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 не будем мамку нервировать. Давайте я пересажу, упирается ведь такая заразина маленькая. Ой, 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 все, 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 рядышком, ну смотри глазками. Ползуночки маленькие, колесенькие, самое тискальное время у вас, да, наступает? Тискать вас, целовать и обнимать. Начинают мир познавать. Уже все им любопытно, везде ползают. Малыши-карандаши. Да? Ну, а мы целуем, обнимаем, прощаемся с вами до завтра и надеемся, что новый день нам принесет только благие вести.